Всем привет! С вами снова мы, помощницы Деда Мороза, Алена и Аня. Сегодня нас ждет много новогодних приветов и поздравлений, а главное, мы узнаем имена победителей, которые выиграют призы от наших партнеров. За прошедшую неделю к нам на почту поступило еще много писем от вас, дорогие телезрители. Давайте прочитаем первый из них. Давайте начнем, конечно. Нам пришло письмо от Кристины Иванченко. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Я пишу тебе уже второй год подряд. В этом году я хочу пожелать тебе здоровья и благополучия. А для себя и своей семьи прошу у тебя здоровья, радости, любви и оптимизма. Всего остального мы добьемся самостоятельно. С наступающим 2015 годом. Тебя и Снегурочек. Спасибо вам, Кристина, за теплые слова. Мы также поздравляем вас с наступающим Новым годом. Ну а я напоминаю, что мы находимся в ресторане «Отдых», который расположен на территории базы отдыха «Спорт». Кстати, коллектив базы отдыха «Спорт» поздравляет анапчан и гостей города с Новым годом и Рождеством и приглашает вместе отметить добрые и светлые праздники. Ресторан «Отдых» приглашает провести новогоднюю ночь в стиле ретро. Для вас лучшие блюда русской кухни, шоу-программа, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, фейерверк, призы, конкурсы и подарки. Анапа, Субсех, улица Яблоневая, 5, телефон 8-967-67-03-300. Новогоднее стихотворение прислала нам Наталья Бузаева. Спасибо, Наталья, вам за письмо. Мы вам тоже желаем всего самого наилучшего и чтобы все задуманное обязательно сбылось. А коллектив магазина «Империя сумок» спешит поздравить анапчан и гостей города. Ассортимент современных моделей в магазине «Империя сумок» настолько разнообразен, что трудно устоять перед покупкой новой красивой сумочки, которая сможет не только дополнить гардероб своей хозяйки, но и станет хранилищем всего самого необходимого. Здесь представлены коллекции известных брендов «Виктория Бекхэм», «Валентина», «Эвелина Фабиана», «Дольче и Габбана», «Прада». Список модных трендов весьма внушительный, на любой вкус, от новых версий классики до эпатажных и креативных моделей. Сотрудники магазина «Империя сумок» спешат поздравить всех с праздниками и дарят вам в подарок новогоднюю акцию. Купи сумку и получи приятный презент. Магазин «Империя сумок» поздравляет жителей и гостей города курорта Анапа с новогодними праздниками и желает благополучия, крепкого здоровья, верного и любящего спутника по жизни. Пусть Вселенная, приближенная к нам как никогда, поможет вам достичь все поставленные цели. И улыбка не сходит с ваших лиц, а удача сопутствует по жизни. Специально для комфорта и удобства своих покупателей «Империя сумок» расширяется. Теперь мы находимся еще и по новому адресу: торговый центр «Проспект», улица Северная, 1Б. Александра Болдышева поздравляет свою семью. Мужа Олега и сыночка Дмитрия, дорогих родителей, бабушек и дедушек, желает в новом году оставаться такими же дружными, крепкого здоровья и счастливого Нового года. А к вам, мои милые Снегурочки, вопрос, где можно купить новогодний костюм для самых маленьких? А мы знаем, где вы без труда подберете все необходимое для малышей. С Новым годом и Рождеством вас поздравляет детский магазин «Крош». Магазин уже не первый год радует анапчан и гостей города большим ассортиментом товаров для детей до 12 лет. В «Кроше» вы найдете то, что необходимо ребенку в первые дни жизни. Конверты и наборы для выписки, кроватку, коляску, аксессуары для кормления и ухода за малышом, подарочные наборы и детскую одежду. Детские игрушки – это обязательный атрибут детства каждого ребенка. Играя, малыш изучает свойства предметов, совершенствует способность фантазировать, учится анализировать, осваивает правила поведения с другими людьми. В магазине «Крош» представлен очень большой ассортимент игрушек и развлечений для детей разных возрастов и на любой вкус. Вы можете купить развивающие, музыкальные, механические, мягкие игрушки. Игрушки для игр на свежем воздухе как для мальчиков, так и для девочек. Подготовиться к новогоднему утреннику вам тоже помогут в магазине «Крош». Здесь очень большой выбор карнавальных костюмов и нарядных платьев для девочек. Все товары, представленные в магазине, изготовлены из качественных и безопасных материалов и прошли необходимую сертификацию. Совершать покупки в магазине «Крош» не только удобно, но и выгодно. Здесь действует накопительная система скидок и скидки на день рождения малыша. Также сейчас в магазине проходит акция «Скидка 10% при покупке с 9 до 10 утра». Известные производители, отменное качество, широкий выбор и все это по действительно низким ценам. За подарками для малышей спешите в магазин «Крош». А теперь еще одно поздравление от нашего партнера.
В знак своей любви мужчины дарят женщинам прекрасные ювелирные украшения. Объяснить нашу тягу к драгоценностям невозможно. И канун Нового года – идеальный повод для покупки оригинального колечка, браслета или колье. Украшения из серебра с драгоценными или полудрагоценными камнями, в том числе и очень редких пород, вы найдете в салоне-магазине «Тайны Медной горы». Эти камушки способны растопить самое холодное сердце и удовлетворить самый взыскательный вкус. Драгоценные изделия с рубинами, изумрудами, сапфирами – не менее ценный подарок. Но чаще всего для украшений используются полудрагоценные камни – яшма, агат, топаз, авантюрин, сердолик, опал, нефрит, малахит, бирюза. Стоят они заметно дешевле украшений с бриллиантами, поэтому можно позволить себе купить даже комплект, например, из сережек, браслета и кольца в едином стиле. Многие изделия – авторские работы лучших мастеров России. Они вкладывают в каждое украшение радость и тепло души, поэтому получаются яркими, запоминающимися и эксклюзивными. Руководители и сотрудники салона магазина «Тайны Медной горы» присоединяются ко всем поздравлениям. Желают своим посетителям всегда следовать зову сердца и выбирать то, во что влюбились с первого взгляда. Тогда вы будете носить украшения с удовольствием и каждый день. С Новым годом и Рождеством! Здравствуйте, дорогие снегурочки! Новый год – праздник волшебства и исполнения желаний. И мне хочется всем пожелать, пусть радость и удача стучится в каждый дом. Быть не должно иначе в году, который ждем. Это письмо от Натальи Бутаковой. А если вы еще подбираете место для проведения торжества или корпоратива, то загляните в кафе, которое открылось совсем недавно в самом центре города. В парке 30-летия Победы открылось новое кафе «Моя Киликия». Вы бы хотели узнать, что представляет собой настоящая армянская кухня? Тогда добро пожаловать! Здесь каждое блюдо – произведение искусства, приносящее удовольствие не только чувством сытости, но и чисто эстетическими вкусовыми ощущениями. Кроме того, вы можете заказать еду на дом. По городу доставка осуществляется бесплатно. Удовольствие для истинных гурманов – это блюда, приготовленные в тандыре. Они отличаются потрясающим, ни с чем не сравнимым вкусом. А продукты сохраняют натуральные свойства и качества. Уютная восточная обстановка, широкая барная карта, пьянящий аромат блюд. Соблюдение церемоний при их подаче – это все непременно располагает. Кавказская кухня – это обилие мяса, овощей, зелени и специй. Также для вас блюда европейской и русской кухонь. В кафе «Моя Киликия» вы можете провести банкеты и корпоративные встречи, отметить свой день рождения или просто посидеть с друзьями. Здесь для вас организуют любой праздник. Зал позволяет разместить до 50 гостей. Меню от шеф-повара для каждого мероприятия разрабатывается индивидуально. А весьма демократичные цены сыграют решающую роль в вашем выборе. Например, новогодние праздники здесь предлагают банкеты от 1000 рублей на персону. Сотрудники кафе «Моя Киликия» поздравляют всех жителей и гостей нашего города. Արգելի հեռուստադիտողներ, բոլորին հրավիրում ենք կաֆե «Մայա Կիլիկիա» և շնորհավորում անձնակազմյանից բոլորի կարիք տարվա կապակցությամբ. Кафе «Моя Киликия» приглашает вас окунуться в атмосферу комфорта и домашнего уюта. Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Коллектив нашего кафе поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Инна и Гриша Разумовы написали нам стихотворение. Мы так думаем, что собственного сочинения. Главное верить, и Дед Мороз обязательно подарит Новый год все то, о чем вы просите. Ну а теперь настало пора прощаться. Желаем вам всем самого хорошего в новом году. Загадайте желание в новогоднюю ночь, и оно непременно сбудется. Теперь уже увидимся в следующем году на канале РЕН «Анапа Регион». Пока! Пока!